выступали в категориях соло, дуэты, импровизация, хип-хоп, джаз-фак и стрит-дэнс-ревью. Все возраста хип-хоп, джаз-фак и стрит-дэнс-ревью, которые выступили на площадке Б, приглашаются на сцену для церемонии награждения. Внимание, по три участника от команды. Итак, уважаемые руководители коллектива, сейчас на сцене раздают подарочные календарики с планом графика мероприятий от Всемирной уникультуры искусств на 2016 год. Уважаемые руководители коллектива, конечно же, нет возможности всем детям сейчас подняться на сцену, вот, но те, кто не получили календарик, по какой-то причине смогут получить его через руководителей коллектива. Уважаемые тренеры, уважаемые педагоги, посчитайте, пожалуйста, количество танцоров в ваших командах. И те, кто сейчас занят выступлениями на второй площадке, смогут получить свой подарочный календарь через руководителя коллектива.